Эля, Эля, Элечка, я ж уже видео снимаю. Вот, мы сегодня на площадке. Гномик, 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 Элечка на площадке. На площадке надо от нее убрать. Вон Эдди гуляет на площадке. Да? Идюха большое ухо. Идюха. Эдди Крюгер. Можешь это отпускать его, если хочешь уже. Не, ну он, правда, еще Андрей команду не дал. Ну сейчас этих всяких проблемных собак оденут на мордники и всех отпустят. Ух, ничего себе имя, Перун. Да? Куда вы к туалету пошли, Эля? Эля, ко мне! Иди, маленькая. Моя девочка послушная. Иди, иди. Моя девочка, да. Что у тебя? Где ты там уже влезла? Элечка. Вон, смотрите, сколько собак. Вот Эля, наконец-то. Да никакой он не агрессивный. Посмотри, какой игривый. Гномфо, ко мне! Ко мне! Бегом! Гроза в площадке. Гном! Гном, а ну иди к детям. Так что гном грозный. Он так никого не трогает, но не дай бог его. Ой, какая радость. Какая, сколько сосисок и сразу сарделек. Ой, какая малышня тут у нас сегодня. Какая малышня. Ой. Эдик, прикинь, это родственник твой. Я так заорала, что все видео все испортила. Эдичка. Ой, а там что? Там, наверное, кормят. Что вы все собрались? А ну давайте гулять. Гномик, малыш. Малыш, гном, ты глухой. Уселся, понятно, чтоб я. Ой, а ты кто? А ты кто? А ты кто? Ты кто? Нельзя чужих собак кормить. Я не буду кормить чужих собак. А то меня потом хозяин догонит и накажет. Ладно, да. Ой, Эля, Эля, Эля. Какие у нас красивые собачки. И такие дружные. А где наш гномик? Гном! Малыш! Гном! Ему 3 года уже. Уже. Папа 2 пометов. Сейчас он 3-й в проекте. Ворвался, дверь выбил. И сделал щенков. Гад такой. И мы теперь трусы на подтяжках подкупать будем. Потому что такие на липучках делали, они к утру к 6 утра к 5 снимают. Кто гном? А, Рэм. Ой, Рэм, ко мне! Ты тоже боишься? Ой, Эдик, Элька, Элька-красотунка, ко мне моя девочка. Эля, Эля, Эля. Все, тут сейчас бесполезно. Элечка, Эля, ко мне. Все. Эля, Эля. Элька, Эль, ко мне. Эля. Эля, ко мне. Ко мне. Ой, 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 ой.
чужая собака побежала. Не кормлю чужих собак, не кормлю чужих собак. Эля! Эля, ко мне! Молодец! Ко мне! Эля занимается на площадке. Эля! 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 Ко мне! Гном, ко мне! Молодец! Вот у меня ученая собачка. Эля, ко мне! Эля! Эля, ко мне! Бегом! Молодец, хорошо! И берем на поводки! Хорошо, хорошо. Эдик, ко мне! Все. Пристегнули, говорят собачек. Пристегнули моих красотунов. Да? Эля, Эля. Да ты уже, я еще команду не дала. Он же знает, какую команду я дам. Эля. Рокси на поводок. Эля. Все сюда подходим. Эля, Эля, ко мне. Ко мне. Ко мне, молодец. Хорошо. Хорошо. Будем. Ина заболела, в курсе? Ну, Тагир заболел. Ага. Красивая какая. Эй, а вот наши пацаны. Пацаны, пацаны, пристегните штаны. Что я хотела? Хотела, чтобы мы стойку еще сейчас с тобой поделали. На привязи. Столбы покосить. Гном! Ау! Гном, ко мне! Люди получают домашнее задание. Гном, ко мне! Ко мне, Эля! Да, надо же выключить.